И сегодня тема моей проповеди называется ⁇ Кто любит сладкое ⁇ Я уверен, что большинство из присутствующих здесь мы любим или кушаем сладкое. Поэтому думаю, что эта тема сегодня относится к многим или большинству из нас. Тема, с одной стороны, кажется, может быть не очень духовная, но очень отражается на нашу духовность. Поговорим сегодня с вами о слухах о сплетнях и о клевете. Я думаю, что, наверное, вряд ли есть такой человек в этом зале, который мог бы сказать, я в своей жизни никогда не клеветал и не сплетничал. Я думаю, что даже глухонемой человек может, наверное, поднять руку и сказать, что да, я тоже сплетничал. Поэтому, друзья, ассоциация, какая же ассоциация вот со сладостями и со сплетнями и с клеветой, мы с вами посмотрим и почитаем в Библии. Очень интересное сравнение. Я, друзья, верю, что одно из самых больших искушений, которые проходят люди на Земле, верующие или неверующие, это испытание языка. Насколько мы можем держать свой язык за зубами, насколько мы можем вовремя замолчать, насколько мы можем контролировать свои рассуждения или осуждения. И это один, наверное, из самых частых грехов, которым грешат люди, согрешают люди. Я думаю, что такие ну, большие или, скажем, яркие грехи, как убийство, пьянство, блуд, они более, так скажем, может быть, редко совершаются, но такие, как сплетни, осуждения, обсуждения клевета, это может быть таким каждодневным, таким ну, нашей частью жизни, как вот приблизительно мы кушаем сладкое. Вот, ну, хотя бы раз в неделю, да, наверное, приблизительно мы вкушаем все-таки сладости. И интересно, что слова имеют настолько большую силу, что иногда мы об этом не задумываемся, но для сравнения скажу, что даже Бог сотворил всю Вселенную. Силой чего? Слов. Вот такую настолько силу имеют сегодня слова. Вначале хотел бы представить вам определение, так как мы с вами поговорим сегодня о клевете и о сплетнях. Итак, что такое клевета? это заведомо ложная, порочащая информация или распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, подрывающих его репутацию. Что такое сплетни? Это слухи, это непроверенные сведения или факты, это новости, персональная информация, первоначально передаваемая устным путем, это негативное сообщение – недоказанные, непроверенные факты, распространяемые часто за спиной человека. Итак, первый пункт – значение и сила клеветы или сплетен. Я думаю, что для многих мы понимаем, что такое сплетни, что такое клевета, об этом пишет Библия очень много. Я удивлен, столько об этом написано в Библии. И Старый, и Новый Завет. Я думаю, что вы, наверное, не имеете даже, ну не знаю, кто-нибудь знает число, сколько вот написано об этом в Писании, в Слове Божьем. Сколько предупреждений, сколько таких просьб, таких вот, ну, кажется, увещеваний. Друзья, язык, сплетни, клевета, это опасно, это разрушает и других людей, и нас разрушает. Президент Америки Авраам Линкольн умер в 1865 году и пошли сплетни. Сплетни о том, что он не умер. Представьте себе, что сплетни имеют такую силу и влияние, что нашлись люди, которые все-таки решили проверить, насколько это правда, и раскопали его могилу, где он уже был закопан, его гроб. Это случилось... 22 года спустя после этого, когда он умер, там были журналисты, все это как бы снимали, пытались убедиться, насколько это правда или нет. Кажется, ну, вот так до чего доводят сплетни. Но сплетни имеют более силу, больше, чем мы себе предполагаем. Проверили вроде бы все, решили. 14 лет спустя снова пошла сплетня о том, что все-таки президент Линкольн не умер. И снова, друзья, Снова второй раз раскапывают этого бедного мертвого, достают его, пытаются убедиться, что он умер или не умер. Какое влияние имеет язык, друзья? Знаете ли вы, какой самый вообще сильный или мощный зверь на Земле, который убил очень много людей? Очень много людей кто помнит или знает такого зверька маленького, который убил больше, чем лев, или там какое-то хищное животное, убил людей это комар. Это маленький зверек. Google пишет, что от комара умирает больше, более миллиона людей в год. А, ну, чтобы это не было сплетни, нужно проверить, правда? В гугле можете это проверить, чтобы это не была сплетня. Если это правда, друзья, то представьте себе, какой маленький зверек, сколько делает вреда и сколько он смертоносно действует в жизни человека. Вот точно так же вот этот маленький зверек, наш язычок, это тоже зверек, я бы так его назвал. Потому что иногда этот зверек может гавкать, может рычать, может орать, может кусать, может сильно резать, ранить и бить, может оклеветать, имеет очень большую силу большую хотя он маленький друзья интересно написано что язык он сравнивается в писании как огонь пожар который может все сжечь дотла язык сравнивается с бритвой это уже скажем нож лезвие это значит дальше идет кровь раны шрамы убийства язык тоже также несет в себе яд язык он имеет влияние на жизнь или на смерть а всем обо всем этом написано в писании Итак, Колоссянам 3 глава, 8 стих написано. Теперь же вы должны, внимание, не просто предложение, должны избавиться от всего этого. От чего этого? Не пить, не курить. Нет. От всего этого должны избавиться. Должны. И дальше. Гнев, ярость, злоба, клевета, и брань в разговорах. Интересно, что есть клевета позитивная, где рассказывают что-то хорошее, что не является правдивым, и негативная, где рассказывают что-то нехорошее, но тоже не является правдой. Это часто взрывает борьбу за справедливость. Это как бы э, такой повод к вражде. Клевета ⁇ это по-другому неправда или полуправда или своя правда. Часто у людей, у каждого своя правда. Нам важно понимать, что на месте этого человека может оказаться каждый, и я, и ты. Притча 10 глава 18 стих написано. «Кто скрывает ненависть, у того устал живые, а кто разглашает клевету, рассказывает клевету». Клевету – это значит полуправда или своя правда, или неправда. То есть человек иногда может участвовать в клевете, и он может думать, что это правда, но это его правда. Это всего лишь его правда или полуправда? Кто разглашает клевету, Писание говорит, тот человек глуп. Недавно, на прошлой неделе, у нас были гости в церкви. Один человек поделился историей, когда ему однажды передали конверт с деньгами и попросили передать эти финансы. Не помню, куда он летел, в Россию или в Украину. И ему сказали сумму денег, которую он должен был передать. Но этот человек знает, что на таможне нужно было декларировать эту сумму. Он раскрыл этот конверт, чтобы убедиться какая сумма, чтобы написать в декларации правильную цифру. И когда он открыл этот конверт, он удивился, что там была записка, там было письмо. И там было написано о том, что э, такой-то, такой-то человек, не хочу называть имена, э, вот э, мы очень сожалеем, что в прошлый раз э, к тебе не дошли эти финансы, не дошли эти деньги, через вот этого человека, через которого мы передаем, назовем его Валерий. И вот э, Валерий уже до этого передавал финансы, перевозил, уже отдавал, то есть сделал услугу. Но почему-то тот человек, кому он передавал, он сообщил тому спонсору или тому доброму человеку, что эти финансы до него не дошли. И представьте себе, несколько лет, на протяжении нескольких лет, этот человек, который делал добро, как-то тратил свое время, передавал вот эти конверты, он был. А клевещен, то есть его репутация была убита, он был представлен как обманщик, хотя он делал просто доброе дело. Это вот простой практический пример, как работает или действует клевета. Это сразу же разрушает отношения, это убивает отношения, вызывает подозрения, это разрушает христианскую репутацию или вообще доверие к христианам и даже иногда к Богу. Бог он ненавидит сплетни и клевету. Вот что написано в Писании. Притча 6 глава 16 по 17 стих. Вот шесть, что ненавидит Господь. Внимание. Смотрите. То, что Бог ненавидит, список не такой большой. Шесть. Семь. Кажется, ну столько вещей мы в жизни ненавидим больше, правда? Чем семь пунктов. Но ну вот семь, что ненавидит Бог. И там написано, Мерзость души, это что мерзость души его. Глаза гордые, гордых людей. Дальше язык лживый, это уже клевета. Это неправда, полуправда или моя правда, своя правда. Лжесвидетель, это тоже относится к клевете. Наговаривающий ложь, это тоже. Клевета и сплетни, они очень близко идут друг с другом. Они очень похожи друг на друга. Сеющие раздор между братьями. То есть раздор между братьями и сестрами даже в церкви, в семье, среди родственников, все это просто вот немножко исправленные, немножко извращенные или измененные факты. Это уже убивает наши отношения. Здесь, друзья, интересно спросить, почему люди любят сплетни? Ну, несколько вариантов, некоторые, возможно, от безделия, некоторые, потому что не знают Господа и не читали Писание, Некоторые, потому что духовно незрелые, некоторые потому что любят внимание. Потому что когда человек рассказывает такую информацию, какую-то редкую, жареную, очень такую вау! То ну, ему уделяют внимание, как-то переспрашивают. Аж интересно его слушать и быть вместе с ним в компании. Но одна из истин, почему люди любят сплетни <клышленные> это потому что сплетни писание сравнивает вот, вот с вот этим. Кто из вас может честно сказать, что я люблю сладкое? Чтобы вам было легче, я скажу, я люблю, да, люблю сладкое и практически даже те люди, которые как бы стараются его не кушать, все равно как-то внутри борются постоянно, как-то внутри борьба, да, вот кто-то на диете, кто-то на супердиете. и как-то все как-то пытаются вот с этим сражаться, как-то проходят и, и ругаются на это сладкое, хотя они бы его, они уже его в душе съели, но все равно как-то пытаются не трогать. Вот эти сладости, вот эти десертики, они просто к нам, иногда это даже как-то, не знаю, как это сравнить, но настолько такая большая сила притяжения, что как будто бы не можем справиться вот с этими простыми, вот видите, такими шоколадными камешками. Не можем даже с ними справиться. Вот что написано в Писании, притча 18 глава, 8 стих. Слова наушника, как лакомство, они входят во внутренность чрева. Новый перевод. Людям нравятся сплетни. Хм. Не просто в газете написано, в Библии людям нравятся сплетни, которые словно вкусная еда, просто вкусняшки. В английском переводе употребляются такие слова, как delicious, то есть это это очень вкусно, это даже не знаю как назвать, что деликатес, да, такие просто вкусные вещи. Вот Писание сравнивает сплетни вот именно с вот этими сладкими вещами. Поэтому у меня вопрос был в начале, тема проповеди называется «Кто любит сладкое?». Большинство из нас любим, но нигде не рекламируем, что мы это любим. И обычно даже любим говорить, что это нездоровая пища, но мы все равно не питаемся. Поэтому, друзья, вот это относится к многим, к многим из нас, потому что мы это любим, хотя Писание предупреждает, что это не полезно, а разрушает. Дальше, друзья, хочется сказать, что еще вторая причина, почему люди любят сплетничать, это потому, что у них есть какое-то доверие или уважение к тем людям, которые несут эту информацию. Если, например, какой-то ваш друг, ваш сосед, ваш родственник, или человека, которого вы уважаете, рассказывает вам информацию. Очень редко происходит тогда, когда такой рефлекс, чтобы эту информацию проверить, очень редко. Если вы человека как-то имеете с ним отношения, любите, уважаете, вы сразу же верите, принимаете почти на 100%, и дальше мы передаем эту информацию другим людям. То есть, это я называю такой ход неумышленный. Человек просто не, он не хотел, просто он доверяет и уважает человека, от которого он услышал. И он принимает и попадает вот под эту статью, которая осуждается ⁇ клевета и сплетни ⁇ Я, друзья, был удивлен, что я прочитал, что в некоторых странах клевета осуждается законом. Вы знали об этом? Тоже можете проверить, чтобы узнать, если это не сплетня. В некоторых странах это может быть уголовное дело. За клевету можно на человека подать в суд. Интересно, как это работает э, в церкви, среди верующих, работает или не работает. Но это так для размышления. Дальше еще одна причина, почему люди попадаются на клевету или на сплетни, потому что среди нас, друзья, есть очень много борцов за справедливость. Кто за справедливость? А кто против? Правда? Мы все за справедливость. И когда мы слышим какого-то человека, который обижен кем-то, и мы слышим историю, как его обидели, у нас внутри просто просыпается, просыпается вот этот маленький зверек, просыпается, наверное, зверь, и мы начинаем борьбу за справедливость. За справедливость. Не потому, что нам клевета нравится, мы вообще против сплетней, но мы за справедливость. Одно только ясно, у каждого своя правда. Но иногда людям без разницы, какая это правда. Главное – справедливость. Но я вам скажу, друзья, люди веками, поколениями, войны, миллионы людей унесли жизни в борьбе за справедливость. И как вы думаете, сегодня она есть? Вот так, друзья, и по жизни. Если мы будем добиваться справедливости нашими методами, путями, только разочарование и много трупов. Иисус Христос, помните, его тоже обвиняли несправедливо. Он тоже мог бы побороться за справедливость. Использовал просто другие методы. Тишина и молчание. Но какое действие? На миллионы последователей за Иисусом Христом. Казалось бы, очень яркий пример для нас, для подражания. Представьте себе, если, ваш, если муж вашей дочери пришел к вам и рассказал вам, какая ужасная жена, Ваша дочь. Вы поверили? Вы растерялись. Я вам перескажу историю. Представьте себе, ну у кого есть дети, да? Пришел муж вашей дочери, то есть ваш зять, и рассказал вам, какая ужасная ваша дочь, его жена. Скажите, пожалуйста, вы поверили? А почему нет? Ну как-то. Как-то видите, хоть, ну вот, ну, ну, ну как, ну хоть надо, ну, ну, ну какой минимум? Ну хоть дочку спросить, правда? Аж хочется спросить. Ну, доченька, ну что там такого у вас произошло? Вот такой, как бы, естественный, нормальный, вполне нормальный рефлекс, правда? Ну а как получается по жизни, когда кто-то рассказывает что-то о вас или о ком-то? Всегда поставьте себя, поставьте на место этого человека вашего сыночка или вашу дочку и точку. И совсем по-другому все работает, совсем по-другому. Вот иногда нам нужны вот эти такие, как бы, знаете, то, что мы знаем, просто иногда самому себе напомнить, сделать такой ресет, перезагрузочку и сказать, да, все-таки стоит, наверное, действовать, реагировать, наверное, по-другому. Особенно в Писании, вы знаете, друзья, на эту тему, сплетни, слухи, клевета, особенно об этом написано женщинам. Один человек сказал, что у женщин есть дар говорить больше. Мужчина сделал комплимент. И вы знаете, я верю, что это относится также и к мужчинам, но в Писании написано несколько раз, особенно к женщинам. Вам два примера для подражания. 1 Тимофея, 3 глава, 11 стих. Равно и жены, их должны быть честны. Дальше не клеветницы. Трезвы, верны и так далее. В Новом периоде написано, не должны заниматься сплетнями. Второй Тимофея, простите, Титу, вторая глава, третий стих, чтобы пожилые не были клеветницы, тоже относится к женщинам, не занимались сплетнями. Хотя это также относится и к мужчинам, я верю. Но как бы все равно предупреждение есть 100% в Писании. Мне нравится, когда э, я слышал одну историю, как одна женщина сказала очень неожиданно, что я не хочу слушать сплетни. Это, наверное, удивило того, кто рассказывал. В жизни, наверное, они такого не слышали. И аж растерялись, оба растерялись, не знали, как делать и что дальше, о чем говорить, и как реагировать. Представьте себе, когда мы можем включать свет. Вот идет такая так повело так холодком, таком, повело так тьмой, повело, повело. Потом раз кто-то врубил свет. Я не хочу слушать сплетни. И сразу как-то раз, и все, выключилось радио. И как-то оно сразу же отрезвляет нас, людей. Как хочется, чтобы все-таки мы были на стороне этого света. В чем, друзья, опасность клеветы или в чем опасность а, сплетен? Человеку вообще свойственно забывать, искажать и добавлять. Обычно человек забывает быстрее хорошее, искажает в худшую сторону и добавляет ну, что-то такое более жареное, чтобы было интереснее слушать. Клеветники ведут к разврату, так пишет Писание. Иеремии 6 глава, 28 стих написано. Все они упорные отступники, живут клеветою. Друзья, внимание, это есть пища. Помните, я уже читал, что она сравнивается со сладостями, с десертиками. И здесь написано: они живут, то есть этим питаются люди. Если люди это интерес к жизни, это их питание, это их пища. Живут клеветою. Это медь и железо все они развратители, они развращают, разжигают конфликт. Это сравнивается с огнем, влияют на других, порождают другие грехи. Особенно сегодня это очень еще более, так скажем, способствует этому это социальные сети, Инстаграм, Фейсбук, и там же можно написать, что хочешь, и прочитать может любой, кто хочет, а, а кто написал, он же не отвечает сильно за то, что он написал или сказал, на весь мир распространил а другие еще взяли, помогли, перепостали, там, поделились, тоже там лайкнули или еще два раза лайкнули. И, и вот оно и пошла информация по всему миру. Сегодня это тоже очень влияет и на христианский мир. Клеветники, интересно, что они, почему они опасны, потому что они чаще всего не действуют в одиночку. Просто неинтересно самому клеветать неинтересно самому сплетничать. Нужно для этого втягивать других людей. Римлянам 1 глава с 30 стиха написано. Злоречивые люди, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Они знают праведный суд Божий. Я уверен, что вряд ли какой-то клеветник или сплетник не знает, что это плохо. Вопрос, зачем тогда мы это делаем? Они знают суд Божий, но делающих такие дела достойны смерти. Однако они не только делают, но и других вовлекают. То есть рассказывают, рассказывают свою ситуацию, рассказывают свою обиду, рассказывают свою правду, невольно вовлекают борцов за справедливость. И невольно, получается, как здесь написано, сами участвуют, хотя знают, что это неправильно. И вовлекают других, других тоже поощряют. И написано, что делающих такие дела достойны смерти. И кажется, зачем такой жестокой, такой выговор, такое последствие, которое ждет людей сегодня? Хотел бы вам визуально показать, как работает клеветан, почему она настолько опасна. Потому что это оставляет очень большие последствия в жизни, друзья. Вот представьте себе вот этот вот железный, железный этот мусорный ящик. Это представляет человека. Он, видите, вокруг такой хороший, он очень гладкий, он со всех сторон равномерный, он очень нормальный человек. Представим этот человек, да? И вот этого человека оклеветали. В чем эта опасность? Давай, толкни этого человека. Вот мы его толкнули. И дальше этот человек, сейчас начнем против него клеветать или сплетничать. То есть, другими словами, бить его словами, бить его, душить его, как-то давить его, как-то причинять ему какие-то вот последствия. Спасибо, уже достаточно оклеветали. Вот видите, этот человек, который был, вы помните, каким он был, да? И вот каким он стал. И это этот же человек, который, в принципе, ну, был человеком. А теперь этот человек, который вот его оклеветал, который его бил, который его вот словами так вот как-то душил, а теперь он решил покаяться. Он понял, что это неправильно. А ну, пожалуйста, выровняй. То есть человек извиняется. То есть клевета как бы разошлась. Куда-то побежала клевета. Ну вот он извинился. А интересно, а репутация осталась? И ему уже надо будет всю жизнь как-то оправдываться, что ну да, как-то было такое дело, а клеветали, как-то сказали, выпустили эту птичку, она как-то полетела. Но вы видите, Почему опасна клевета? Потому что последствия остаются. Шрамы остаются на всю жизнь. Язык — это бритва. Язык — это огонь. Язык несет смерть. И тот, о ком клеветали, он, друзья, может вот остаться в таком состоянии. Вот почему клевета очень сильно опасна. Спасибо. Поэтому, друзья, нам важно как бы понимать, что клевета, она имеет последствия. Она имеет большие плачевные последствия. Вы знаете, один человек, он, одна женщина пришла к священнику к равину и спросила, что такое сплетни. И он сказал ей, сделай эксперимент. Пожалуйста, возьми подушку. Это было давно, раньше подушки были с перьями. Помните, перьями набитые, пухом перьями. И просто выйди на площадь городскую и разорви ее, и просто распусти эти перья». Она так, она так и сделала. Перья разлетелись по всему, по воздуху, по городу. И она пришла и сказала, «Священник, я сделала». «А что дальше? Какой урок?» Он сказал, «А теперь дальше все очень просто. А теперь пойди и собери». Она сказала, «Это же невозможно». Он сказал, «Вот это и называется сплетни». Она говорит, «Я же не знаю, как далеко они улетели, эти перья» вот так далеко летят наши слова, которые мы говорим. Вы знаете, друзья, я заметил, что слова, язык — это такая опасная штука. Я скажу по себе. Вот недавно, вы знаете, у нас был пост и молитва. Несколько дней, кажется, поста. Казалось бы, ты на такой духовной высоте. Казалось бы, ты духовно настолько, ну, ободрился, ты поднялся. И прошло, не знаю, сколько времени, недолго. И вдруг я что-то своим языком сказал за что потом меня очень сильно осуждал Дух Святой, я очень извинялся, и я понял, что никогда нельзя расслабляться в этом вопросе, никогда. Хоть даже ты и верующий, хоть даже ты и со стажем, хоть даже ты и Писание знаешь, даже если ты был в посте и молитве, никогда нельзя в этом вопросе расслабляться, никогда. Это фильтр, который нельзя снимать. Это то, о чем пишет апостол Павел, я умираю каждый день для себя не просто вот я попостился я такой духовный я уже но ну, я уже опытный я уже все понимаю я все знаю нет никогда друзья нельзя расслабляться в этом вопросе потому что мы причиняем очень много боли и людям и Богу и также конечно же сами себе мне нравится это выражение по-английски who gossips to you will gossip about you кто сплетничает с тобою внимание обязательно будет сплетничать о тебе потому что это его природа, это его натура. Поэтому, когда ты слышишь сплетни, когда о ком-то рассказывают что-то, то помни, ты следующий, why not? А почему нет? А почему нет? Если человек это делает регулярно, делает это нормально, не чувствует никакого угрызения совести, ты слушаешь разговоры негативные о ком-то, негативные о ком-то слышишь, то помни, что он также с легкостью будет о тебе рассказывать. И Писание об этом нас тоже предупреждает. Притчи 16 глава, 28 стих написано, «Человек коварный сеет раздор, наушник разлучает друзей, разлучает братьев и сестер, разлучает, портит, убивает отношения». Новый перевод. «Сплетня разлучает близких людей или друзей». Притчи 25-23. Северный ветер приносит дождь, а сплетни порождают злобу. Язык клеветника гневливые лица делает. Кто-то что-то сказал, шепнул, рассказал, не проверил, просто передал, не переспросил, не убедился, передал дальше. Это сеет раздоры и зло. Притча 26.20. Без дров угасает огонь, без сплетен гаснет раздор. Друзья, вы знаете, что раздор – Чаще всего это из-за языка. Это огонь, это дрова, которые мы подкидываем в огонь. Если яз... наш язык больше смирять и держать за зубами, намного меньше будет раздоров, ссор, обид и, и так далее. Потому что это огонь, который мы можем контролировать. Покажу вам одну фотографию, если можно вернуться в самое начало PowerPoint. Там показана фотография ⁇ это война, которая была во Вьетнаме ⁇ Видите, фотография очень эмоциональная. Здесь стоит человек в гражданском. Здесь рядом стоит тоже человек в гражданском. И он его как будто бы каз... ну, стреляет, убивает, казнит его. Эта фотография — это реальные события, которые произошли во Вьетнаме. Это война вьетнамская. Здесь вот рядом стоит фотография одного журналиста, который стал очень жур... знаменитым журналистом. Его зовут Эдди Адамс. Он получил премию, самую высокую премию журналиста за вот эту фотографию. Как вы думаете, что вы видите через эту фотографию? Ваша интерпретация. Ну, первое, наверное, можно сказать, что звучит очень эмоционально, очень так жестоко. Смотрите этого, этого человека, который, не знаю, плачет, боится, как он реагирует. И человек просто берет это так холоднокровно, в него стреляет. Это человек в гражданской форме, даже не военный. Вы видите, кажется, ну вот, как это все жестоко. И когда вы эту информацию получили, мы, конечно, нам очень жалко этого человека, которого сейчас хотят убить. Но дальше мы слушаем как бы эту информацию и интерпретируем ее по-своему. Потом вот этот человек, который как бы собирался стрелять вот этот вот человек, который с пистолетом. Потом а, он был ранен, потом он попал в Америку а, после этой войны. И потом в Америке его хотели много раз убить, его детей пытались несколько раз отравить за то, что он как бы пытался убить этого человека. Эта фотография была, как я сказал, публично. Журналист получил премию. Через это послание разошлось очень много информации против этого, который стоит с пистолетом. Интересно, что никто и вы, многие, не знаете, если он его убил или нет. Правда? Но какая первая реакция? Убил. Убил жестоко. Правда? Убил как? Невинного. Но если вы почитаете эту историю, это есть официальная информация, которую вы можете проверить, то вы узнаете, что вот этот человек, который здесь вот стоит, скривился, это тот, который во время этих действий, живьем сжигал женщин и детей. Правда, сразу меняется картинка. А этот человек, который стоит с пистолетом, вы даже не знаете, если он даже выстрелил. Но из-за того, что вот эта фотография была выпущена в какое-то время, то потом этому человеку приходилось всю жизнь скрываться, как я сказал, его детей травили в школе, его сильно избили один раз, и потом он всю жизнь как-то скрывался, и так тихонечко себе где-то и умер. Только из-за того, что пустили, кажется, какой достоверный документ, фото. Фото, это не просто там сказал, фотография, документ. Но как ее можно по-разному интерпретировать? Вы видите силу слов. Вы видите, какая сила сплетен и клеветы. И потом этот фотограф, журналист в конце своей жизни написал, говорит, ⁇ Я убил человека фотоаппаратом ⁇ Глубокая мысль. Я убил человека словами, просто выпустил новость, месседж, информацию. А вы уже что хотите делать с этой информацией? Это уже как бы за это я ответственность не несу. Но за это людей пытаются убить. Виновных, невиновных. Это уже как бы другой вопрос. Вот почему написано, что... Сплетни, они сеют раздор, огонь, который неугасимый, порождают злобу, вплоть до убийства, вплоть до того, что руку не подам, вплоть до того, что разговаривать не буду, видеть тебя не хочу. Это клевета и сплетни. Вот как они действуют. Вы знаете, друзья, один человек сказал, я отвечаю за свои слова, но я не отвечаю за вашу интерпретацию моих слов. Вот это фото, это идеальный пример. Человек что-то сказал, он имел в виду совершенно другое. Но то, что человек услышал, то, что он передал другому, как он его интерпретировал со своей колокольни, это уже совершенно другой уровень и другая информация. Вот почему сплетни клевета опасны. Опасны, друзья. И для нас, верующих, они тоже опасны. Потому что это возбуждает огонь. Поэтому нам нужно быть очень осторожным, особенно когда мы рассказываем негативные когда мы рассказываем позитивное, и там чуть-чуть неточности, ну как-то еще меньше раненых, правда? Но когда мы рассказываем плохое, негативное, нас обидели, о ком-то рассказываем. Вот здесь нужно, чтобы колокольчик срабатывал в голове. Стоп, стоп. Сразу вспоминаем фото Вьетнама, где кто-то стоит с пистолетом. Но совершенно там может быть другой смысл. А вдруг неумышленно, а вдруг не то имел в виду, а вдруг не хотел обижать. Но мы уже такой огонь раздули. И уже этим огнем, огнем многие обожглись, уже раздор, раздор пошел. Уже как бы его не так легко затушить. И в этом мы причастны, особенно мы, люди верующие. А кому нравится вообще греческий язык? Вы знаете, там греческий, э, если вы не знали, что Новый Завет, Евангелие было написано на греческом языке. Это глубокие детали в оригинале. Правда, интересно. Нравится нам греческий язык? Так вот, друзья, интересно, что такое слово «дьяволос»? Кто знает? Дьявол. Значение. Клеветник. Сплетник. Кому нравится греческий? Дьяволос. Да ну, лучше будем на русском, правда? Ладно, оставим греческий в сторону, но на всякий случай оригинал пусть останется где-то у нас в памяти. Что это оттуда корни растут. Оттуда, вот оттуда оно происходит. Вот кого мы сообщники. Потому что дьявол он назван отцом лжи и сам является этим клеветником. Поэтому, друзья, нам важно об этом помнить. Иакова, 1 глава, 26 стих написано. Если кто считает себя благочестивым, но не обуздывает свой язык, тот лишь обманывает, и все его приношение Богу ничего не стоит. Представляете, пустое благочестие все его действия, приношения, вот как бы дары Богу, вот кажется, вот я Бога уважаю и служу, оно ничего не стоит, если он не обуздывает свой язык. По-английски написано, your religion is worthless. То есть твоя вся религиозность, вот эта вся напыщенность, твои все обряды, как будто бы не имеют смысла, если ты свой язык, язык не контролируешь. А если даже и ты промахнулся с языком, то не извиняешься. Вот что опасно. Потому что мы все ошибаемся. Но когда люди не извиняются, не каются, тогда прививка не работает. Нам нужно, важно, как христианам, знать, что нам важно сразу же реагировать, вставать, к Богу бежать, извиняться перед Богом и перед людьми за такие вещи. Иначе вот это фото, перья полетело уже по всему миру с нашими технологиями. И потом иди и собирайте перья, а уже не соберешь. Вот почему так важно нас само, самого себя тормозить и останавливать, чтобы не попасться на этот крючок. Ну и, конечно же, главный вопрос. Окей, сплетни — это плохо, клевета тоже. А как же выйти из этого практически? Вот это наша суть. Как реагировать на клевету и на сплетни? Как реагировать? Итак, первый, первый пункт — как реагировать. То, что вы слышали. Как реагировать? Как реагировать? Следующий слайд. Да. Это то, что вы слышите. Первый вопрос. Это уже на практике мы с вами дальше действуем. Ты лично об этом знаешь? Ты лично это спрашивал? Ты лично это слышал? Или тебе просто передали? Если ты на первом вопросе застрял, закрывай ворота. Сразу закрывай. Уста. Это уже практика, друзья, в действии. Это нам можно записать себе в телефончик, поставить себе ремайдер, попросить жену напоминай, попросить самого себя напоминай, Дух Святой напоминай. Как только я открываю свои уста, начинаю рассказывать, и сразу же вопросить, или, простите, я слышу информацию, о ком-то мне рассказывают. Сразу вопрос, мгновенный, первый вопрос на основании Писания. Ты слышал это лично? Ты знаешь это лично? Или тебе передали информацию? А если передали, то уже, уже, уже под вопросом правдивая она, искаженная, добавленная. Это своя правда, это полуправда. Второй вопрос на практике, что нужно делать. Ты другую сторону выслушал? Ух, как мы здесь можем застрять. Ох, как мы здесь часто виноваты. Как мы виноваты, когда мы слушаем человека, который пришел обижен, рассказывает нам, как его обидели, я, друзья, скажу вам, признаюсь, как пастор часто приходят семьи, говорят, или ситуации какие-то конфликтные. Я когда слушаю первого человека, который рассказывает да, за своего мужа или жену, мне кажется, ну там дома не просто плохой человек, монстр живет. Монстр, как он вместился в дом. Кажется, такое чудовище. Как он обращается с женой или с мужем. И вы знаете, друзья, реакция, естественно, попадаемся мы на нее все и я. И хочется, не знаю, хочется на весь мир кричать, хочется хотя бы на Фейсбук написать, хочется хотя бы что-то, ну не знаю, хотя бы ударить, но ну, легенько. Ну как-то хочется отреагировать, справедливость навести. А тут выслушиваешь другую сторону и начинаешь чесать, затылок и думаешь, а ты что этого не знал? А ты что этого не знал? Как-то речь так раз и пошел перья собирать оказывается друзья простые вещи которые писание говорит нам а ты другую сторону выслушал представьте себе такую ситуацию вы попали в аварию и э, тот человек который вас ударил он сказал полиции сказал в суду что виноваты вы в аварии хотя вы не виноваты полицейский выслушал вот того другого водителя а вас, потому что вы или язык не знали достаточно, или же потому что, не знаю, не успели, или вас не спрашивали. И вот суд вы, делает вердикт, приговор. Вы виноваты, вам штраф, и еще и может быть какой-то большой штраф. Машина разбита. Тот другой человек вас оклеветал. Что здесь в этой истории неправильно? Неправильно то, что вас не выслушали. Очень просто: Вас, как водителя, не выслушали, выслушали только другого водителя. Но тот полицейский, который слушал, или тот человек, который слушал эту историю, он услышал только одну сторону, одну сторону. И часто мы реагируем на вот эту одну сторону, не выслушав другую сторону. Заметьте, друзья, даже жестокий, нечестивый Пилат. Вы Пилат. Это не честивец, который убил Христа. Это не просто брат из живого потока. Пилат, внимание, который слышал, как на Христа говорили. И он сказал, подождите, а давайте, а давайте пока послушаем другую сторону. Христос, а почему ты ничего не отвечаешь? А как мы реагируем? Мы лучше Пилата или хуже? Как мы реагируем, когда к нам приходит информация негативная за кого-то? Мы говорим, Спасибо. Только давай-ка пойдем и выслушаем другую сторону. <с> ты пойдешь со мной? Сегодня пойдем, Прямо сейчас поедем или завтра? Когда поедем, сейчас или завтра? Ой, там у меня сколько дел. <с> Наверное, ты э, езжай. Ну, вообще, на самом деле, ты знаешь, э, я не уверен, там, как оно там, э, если вдруг что-то не так, ну, я погнал. Мы понимаем, как на практике оно все работает совершенно по-другому. Друзья, для нас, для христиан, я верю, что это, это, это просто скорбит сердце Бога, это и мы, друзья, многих раним через это. Но я хочу вам, друзья, сказать, что этому я подвергаюсь. Не только я говорю сейчас, что вот вы такие вот клеветники, сплетники. Нет, друзья, мы все настолько а, подвержены этой атаке, мы можем попасться на любой разговор, любая жалоба, любая обида, любой диалог, и мы можем легко влететь, легко, и потом собирай перья по всему городу. Да, друзья, опасно. Опасная вещь. Язык это, это неудержимое зло. Так пишет Писание. Вот поэтому практические шаги для нас написаны. Смотрите, что написано в Писании. Подтверждение тому, что я сказал. Притча 18.17. Кто говорит первым, стоп, 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 стоп. Кто говорит первым, всегда кажется правым. Хм. То есть вы вспомнили ситуацию, да? напряжение, вспомнили обиженных. И вам кто-то рассказал что-то. Он был первый или второй? Он был первый. Кто первый рассказал что? Он кажется всегда правым. Так Писание говорит. Я об этом, кажется, мы и сами это понимали, но так Писание подтверждает. Но когда приходит другой человек, другая сторона, рассказывает свое, тогда уже совершенно другая правда. Уже где-то посередине она вылазит, эта правда. Вот почему вначале выслушать другую сторону. Третий шаг. Если даже тебя обидели, оскорбили, как-то несправедливо с тобой поступили, что нужно делать практически, это пойди и лично обличи своего обидчика. Лично пойди и ему скажи, лично ему. Пойди и скажи на Инстаграме, пойди и скажи на Ютубе, пойди и скажи, нет, ему лично скажи. Вначале, по-библейски, как христианин, вначале пойди ему лично скажи. А потом уже другим. Матфея 18:15. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и Инстаграмом нет между тобою и собою. А потом уже все остальное. Ты скажешь, ну я ему лично говорил. Хорошо. Если ты ему лично говорил, если это правда, что ты ему лично говорил, если ты ему лично действительно говорил, то тогда скажи, если ты что-то рассказываете, то добавляйте в этом диалоге. Кому вы рассказываете, что я об этом человеке, о котором я сейчас рассказываю жалобу, который меня обидел, я о нем молюсь. Я этого человека прощаю. Мне этого человека жалко. Я о нем молюсь, давай сейчас о нем помолимся. Кажется, все классно, только не про нас. Вот представьте себе ситуацию. Идет сплетня или не сплетня, правда, 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 человека обидели. Но он так вот реагирует рассказывает, как несправедливо с ним поступили, и говорит, я его прощаю, я за него молюсь, давайте сейчас за него помолимся. А потом еще говорит, слушай, а вообще, на самом деле, вот ты меня слушаешь, но на самом деле, чтобы тебе вот, ну, не, не наломать дров, не разбросать перьев, не разжечь огонь, наверное, будет справедливо, чтобы ты выслушал его сторону. А потом уже, как Бог управит твоим сердцем? Хм. Вы рассказываете жалобу и, и прямо советуете. Выслушай и другую сторону. Выслушай, 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 выслушай. Другую сторону. А то как-то я же я как бы посредник. Ты лично с ним не разговаривал. Лично его не слышал правду. Это моя правда. А есть и другая. И вообще-то, ты знаешь, я с этим человеком еще лично не разговаривал. Я вот тебе рассказал, вот как-то такие эмоции подошли, вот так как-то больно. Вот тебе рассказал, а ему лично даже не говорил. Четвертый шаг, друзья как поступать в этой ситуации, не общайся со сплетниками. Кажется, звучит очень банально и понятно, но, друзья, это тоже не очень легко. Притча 20.19 написано, кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. По-английски есть такое слово, he or she has a big mouth, то есть у него, у них большой рот, длинный язык по-русски. Библия говорит, сплетня доверие передает, предает, предает. Так что избегай человека, который болтливый. Я знаю, что нам нравятся люди, которые комп компанейские, да, такие разговорчивые, а то что же мы будем сидеть и смотреть в пол. Нам же хочется как-то пообщаться. Но в Писании написано, есть люди, которые осуждают, которые часто осуждают, которые сплетничают, часто говорят о людях, которых их нет здесь в нашем присутствии, и говорят плохо, говорят негативно. Писание говорит, с такими людьми не общайся. Простой пример — это просто сказать в вашем общении, я не хочу сплетни, я не хочу, чтобы в моем доме, в нашей компании, я не хочу, чтобы в моем присутствии говорили сплетни. Вы не поверите, как этого человека просто отрезвит, он просто сам будет в шоке, и вы сами в шоке, что вы это сказали. Потому что, чтобы это сказать, нужно мужество. Когда Нелли Ченкова делала байбл-старий у нас для наших сестер, в нашей церкви, она придумала правила. И одно из правил у нее было — что нельзя сплетничать, нельзя никого осуждать на этих вот общениях. Интересно, что это было такое ну, редкое правило, кажется, такое религиозное. Кажется, ну а зачем вот эти штучки всякие? Но вы знаете, как-то оно всем нравилось. Приходил туда и как-то спокойно. Потому что ты уходишь не загруженный, а наоборот, с назиданием, легкостью, заряженный, позитивным. А когда сплетни, то ты уходишь загруженный, такой прибитый, такой идешь, идешь, тебя спрашивают, как дела? А ты fine, файн. Ну а там ты уже такой загруженный, уже думаешь, как же эту справедливость восстановить? Вот почему об этом Писание пишет, друзья. Поэтому не общайтесь с теми людьми, которые пропитаны осуждением, пропитаны негативом, с любовью их обличайте. Не бойтесь им об этом иногда говорит. Дьявол, вы знаете, он подкидывает иногда нам косточку, а иногда люди туда бросаются на эту косточку, облизывают ее. Но я хочу сказать, что мы другой породы, мы другой природы. Вот почему это не наше удел и не наше призвание. Вопрос: а кому же можно рассказывать негативную информацию? Кому ее можно рассказывать, если действительно вас обидели и вам нужна защита, нужна выход из ситуации? Кому можно ее рассказывать? Ведь правда, вы же иногда же просите помощи. А что если вы пришли к человеку за помощью и говорите, вот я нуждаюсь в помощи, но вот не значит, как-то не хочу говорить о нем плохо. Так вот кому можно? Можно рассказывать негативную информацию тем людям, которые действительно могут на эту ситуацию повлиять, готовы ее менять, готовы за вас молиться и готовы как-то в, в, этот, в этот процесс вовлекаться и могут его изменить к лучшему. Большинство людей, кому мы рассказываем свои обиды, они не собираются ничего менять, они не собираются ни с кем встречаться, не собираются там молиться за этого обидчика, они не могут, даже не имеют власти как-то повлиять на эту ситуацию. Они просто слухи собирают, питаются сплетнями. Вот в этой ситуации это сплетни. Но когда вы несете эту информацию человеку, который может как-то повлиять на эту ситуацию, действительно повлиять и который сердцем готов эту боль с вами разрешать, то тогда ее можно говорить. А всем остальным большинство. Это просто информация, которая ничего абсолютно не изменит. Которая распространяется просто так. Вот, друзья, как же реагировать на клевету, когда против вас клевещут? Этот пункт мы, наверное, пропустим, потому что у нас не хватит времени. Но есть пару примеров. Иосиф, Иисус Христос, на которых клеветали. Реально, как они переносили это все. Ну и последнее, это Божья реакция на клевету. Бог слышит клевету, и Бог реагирует. Об этом Писание очень ясно говорит. Псалом 49. Сидишь и говоришь, клевещишь. Ты это делал, а я молчал, говорит Бог. Ты подумал, я такой же, как ты. Но я изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Это Божья реакция на клевету на язык злоречия, сплетни. Ты думал, что я молчал, ты думал, что Бог не видит. Но Бог лично говорит по этому же пункту, теме поэта. Я изобличу, я представлю тебе твои грехи. Поэтому, друзья, будьте осторожны, когда вы это говорите. Особенно будьте осторожны, когда вы говорите против церкви. Да, можно говорить против ошибки человека или служителя, но церковь, помните, это дом Божий. У Это строение, сама вот эта идея церкви, это создал сам Господь. Как-то один пастор говорил, вы можете говорить против меня, но не против церкви. Особенно в присутствии ваших детей не делайте этого никогда. Не разрушайте авторитет, потому что это для многих это убежище, именно церковь. Когда апостол Павел встретил Иисуса Христа, помните на дороге, что ему Иисус Христос сказал? Павел, ты почему гонишь людей? Нет. Павел, ты почему издеваешься и преследуешь церковь? Нет, он не это ему сказал. А что он ему сказал? Павел, ты почему гонишь меня, Бога? Так подожди, Павел против Бога вообще он даже его не знал. Он его не гнал. Кого он гнал? Кого он обижал? Людей. Он оскорблял людей словами, убивал их. Но как это Бог реагирует? Когда ты к людям моим относишься верующим, то ты это делаешь все равно, что-то против меня делаешь. Вот почему это опасно делать в жизни, друзья. Нам важно это помнить. Бог слышит даже тайна клевещего. Написано в Псалом 105, 5 стих. Тайна клевещегося на ближнего изгоню. Тайна клевещего, который говорит так, чтобы тот не слышал. За углами. Гордого очами, надменного сердцем не потерплю, говорит Бог. То есть последствия по-любому будут. Отвечать придется и перед Богом, не только перед людьми. Левитам 19.16. Не ходи переносчиком в народе. Как можно перевести эту фразу? Не ходи, не рассказывай негативное. Не ходи, не рассказывай свои обиды. Действуй по-библейски. Пойди и скажи тому, к кому это относится. И скажи так, как ты это рассказывал другим. Во всех деталях. Все, что ты чувствуешь и думаешь. Сначала ему скажи лично. А потом, может быть, возьми с собой свидетеля. Но не распространяй этот яд. Не распространяй. Дальше написано, не ходи переносчиком в народе твоем, не восставай на жизнь ближнего твоего, хоть он тебе и не нравится, но он ближний. Дальше написано, я Господь, штамп, точка, штамп, я Господь. А при чем здесь эта приставка? Кажется, говорили за рыбу, а тут раз, я при чем тут это? Ну, видите, вот о чем тема? Тема идет, не будь переносчиком, не, не разноси сплетни, не, не будь клеветником. И дальше, помни, я Господь. Не только твоя правда, не надо тут за свою справедливость уторвать рубашку. Я Господь, то есть я на троне, я Царь, я Бог, я все помню, я все контролирую, я Бог. Поэтому не переживай, не забудь за это, это очень важно. Вы знаете, друзья, я помню, как некоторые люди иногда сделали большую вред другому человеку, оклеветали или сказали свою правду или полуправду, или сделали много вреда своими словами. А потом такой телефонный звонок. Слушайте, пожалуйста, извини, извините меня, пожалуйста, за то, что я вот так вот плохо о вас говорил. А перед этим разослал письма, перед этим как-то написал там где-то на социальных сетях в интернете, где-то на, не, на нескольких таких общих э, собраниях сказал, а потом одним телефонным звонком извинился. Хороший поступок, правда, извинения. Только знаете, что осталось? Разослать всем письма, выступить на Ютубе собрать всех тех, кому рассказывал, ну и пособирать перья, в общем. Правда? Иногда вроде человек и кается, и хорошо, правильно делает, но уже столько всего разлетелось, что уже вот этот человек, как вот этот мусорный ящик, вы поняли, да? Такой уже побитый, репутация, настолько уже помята, что уже кажется от этой клеветы потом трудно отмываться. Поэтому помните, что гасып, сплетни, это токсично. Оно разрушает и убивает нас людей. Давид Вилькерсон, это проповедник, которого я очень сильно уважаю. Вы знаете, что он сказал много пророчеств. Многих из них они сбылись. Это человек нашего времени. Он предсказал землетрясение в Японии. Он предсказал о том, что придут однополые браки в Америку, когда это еще было далеко-далеко. И вот он пророчествует, друзья, в своих... В своих посланиях он говорит о том, что в последнее время, в последнее время, я думаю, что оно еще не наступило будут клеветать на церковь. Будут клеветать на, наверное, самых или не знаю, успешных служителей. Знаете почему? Это очень эффективный метод разрушить церковь. Очень эффективный, очень эффективный. Представьте себе, что, скажем, ну, сказали за вашего мужа, что они где-то видели его там в гостинице с девчонкой. Просто кто-то сказал вам или просто кто-то написал. Вы потом всю жизнь рассказываете как-то там, что этого не было, как хотите. А уже птичка раз и улетела. И вот интересно, друзья, что когда дьявол не может проникнуть или разрушить Божье строение извне, он иногда это делает изнутри через нас самих. Сплетни вот внутри. Один проповедник говорил, мне очень понравилось, что когда у людей в церкви начинаются сплетни, драмы, значит, они засиделись, нужно на свежий воздух идти, нужно на евангелизацию бежать, неверующих спасать, им помогать, им служить, иначе будем друг друга грызть. Вот почему вот это пророчество, оно как-то настораживает, что в последние дни будут как-то их обвинять ложно, по всякому, кто-то может быть и справедливо, но это будет разрушать церковь, авторитет, убивать будет христианство и доверие к людям. Потому что дьявол, он за этим стоит. Откровение 12.10 написано, что он есть клеветник, он незвержен, он клеветник. Он клеветник, так написано в Писании. Помните, как Иисуса Христа убили? Кто знает? Пытались всячески, но как все-таки его... Как? Собирали кого? Клеветников. Собирали сплетни. Вот вам пример из жизни Иисуса Христа, как работает сплетня. Его обвинили в том, что сказали, он сказал, я разрушу храм и в три дня его восстановлю. Это сплетня или нет? Это сплетня или нет? А Христос на самом деле не так сказал. А как он сказал, кто помнит? Правильно вы говорите. Он сказал, вы разрушите храм, и я его восстановлю в три дня. Что здесь получилось? Качественная сплетня, чуть-чуть измененные факты, немножко, немножко повернутые. Этого хватало для того, чтобы его все-таки добили. Вот как это работает. Язычок, маленький зверек. Собираются сплетни, чуть-чуть изменяются, чуть-чуть добавляются, чуть-чуть представляются моя правда, полуправда. И так все-таки они его и сделали. Вы знаете, друзья, мы все стремимся, хотим быть в Божьем присутствии. Сейчас у нас будет молитва, я хотел бы, чтобы мы взяли время для молитвы. И вы знаете, в Божьем присутствии нам нравится быть, особенно верующим людям, мы понимаем, мы верим, что это на нас влияет, изменяет, вдохновляет, оживляет. Но вот что написано о Божьем присутствии, к которому мы все стремимся. Вот почему язык и вот эти сладости влияют на нашу духовность. Слушайте внимательно. Псалом 14, с первого стиха. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Я, Господи. Кто может в Твоем присутствии? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду, говорит истину в сердце Твоем, и дальше, внимание, не клевещет, языком своим. Я не клеветал, я сказал правду, но помни, это была твоя правда. Это была твоя правда. А есть другая сторона. И вот всегда помните три шага. А ты лично слышал? А ты другую сторону выслушал? кто не делает искреннему своему зла, не принимает поношения, не принимает поношения, не принимает сплетни, негатива, наговора на ближнего, не принимает. Принимает с условием «Спасибо, а теперь пойдем выслушаем другую сторону. Ты со мной поедешь?» Выслушаем другую сторону ради справедливости. Слушаешь обвинение и сразу вспоминаете Вьетнам, вспоминаете вашу дочку и сына. Если бы это была дочка или сын, вы бы послушали сына или дочку, что они им имеют сказать? с другой стороны. Или же мы передадим просто эту информацию. Вот почему, друзья, нам важно, если мы хотим Божье присутствие, хотим быть частью этого общения с Богом, то наш язык очень напрямую влияет на это. А мы все за Божье присутствие, святость, нам хочется духовных переживаний. Но вот это, друзья, вот эти вещи, они иногда нас лишают. Нас лишают Божьего присутствия, вот этого переживания, потому что у нас слишком много проблем с языком именно. Язык конкретно влияет на эти переживания. Ефесянам 4 написано, не оскорбляйте Духа Святого. И дальше перечисляется все, что мы можем сделать нашим языком. Много чего связано именно с языком. Не оскорбляйте Духа Святого. И дальше, друзья, последняя притча 18, 21. Смерть и жизнь во власти языка. На этом все. Смерть и жизнь. И смерть во власти языка. Друзья, сегодня в этой молитве, я думаю, что многие из вас проходят какие-то трудности и боли, и вам кажется, невозможно ничего изменить. Я хочу вам напомнить о том, что этот же клеветник, этот же дьявол говорит вам, ничего невозможно изменить impossible. Impossible. Это невозможно. Невозможно. You are done. Все. Ты попал. Ничего не восстановишь. Это этот же клеветник. Это его работа. Это его профессия. Он тебе будет это внушать каждый день. Что you are done. That's it. Надежду хорони. Хорони глубоко. Хорони. Нет, друг мой, не хорони. Потому что надеющийся на Господа, они обновятся в силе, они поднимут крылья, они полетят выше, проблемы, возможно, останутся, они просто поднимутся выше над ними. Вот почему нам важно это помнить. Не хорони надежду. Помни, что клеветник ⁇ дьявол. Он тебя убеждает, внутри тебя ломает, а Дух Божий животворит, восстанавливает. Поэтому я сейчас вас всех, друзья, приглашаю в это Божье присутствие, в которое мы пойдем. И сейчас я приглашаю всех нас, друзья, всю церковь, всех, кто с нами онлайн, поговорить с Богом о языке, поговорить с Богом о нашем языке, о наших словах, сказать, Господь, фильтр, срочно, срочно фильтр, Господь, давайте вместе пойдем к Богу во имя Христа Иисуса. Аминь.